цель, как обычно, выступить лучше всех остальных участников. Задача занять место, я думаю, или первое, или второе. Такая цель, задача. Турнир на это. Ну и плюс еще, как бы я сейчас, ну, больше как бы не сосредотачиваюсь на своей игре. Знаешь, я скорее делаю какую-то работу над техникой. Вот. Как ты сегодня сыграл? Я 4 сегодня сыграл. 4. Плюс 4? Да, 4. Как ты оцениваешь этот результат? Ужасно, отвратительно. О, это как это? Я даже не знаю, что сказать. Ну, знаешь, в целом я играл нормально, мне себя винить не в чем, вот, а просто мне очень сильно не повезло несколько раз. Это, во-первых. Во-вторых, на пати я сегодня делал какие-то ужасные вещи, вот, а это еще одно, из-за чего я сегодня сыграл 4. Скажи, пожалуйста, кого из соперников, из российских соперников ты больше всего опасаешься? Я никого не опасаюсь, просто чем скажем так, больше ребят играет на высоком уровне, тем лучше. То есть мы как бы тянемся, растем. Я никого не опасаюсь. Как ты считаешь, кто в этом году, это же открытый турнир, кто в этом году победит, за наши или... Я думаю, что выиграет, скорее всего, тот, вернее, не скорее всего, я уверен в том, что выиграет тот, кто... Тот, кто сыграет счет лучше, чем остальные. Тут никаких ничего нет. Ну а блин, кто выиграет, я же тебе не могу сказать там. Да. Но я думаю, что это не я. Потому что на данный момент игра сейчас находится не на самом лучшем уровне. Хотя тут, знаешь, сегодня играешь не очень, а ты играешь отлично, поэтому тут никогда не угадаешь. Андрей, тем не менее, вопрос про твой антирекорд. Всем очень интересно, конечно. Что случилось, как так 6 ударов? Я уже рассказал всем, вот, еще раз рассказывать я не хочу уже, вот, если честно. Я скажу так, это какая-то часть этого невезения и какая-то часть этого моя ошибка ментальная. Ну, не ментальная, а скажем так. Не тактика, что это, не знаю. Ну, в общем, надо играть не ровно, а надо играть налево и все. Вот. То есть у тебя не было... Ты не поставил на рейнже? Нет, не в этом дело. Я как бы сделал удар в воду, вот. Там, где я кидаю мячик закапывается, вот. И мне это надо удар делать, опять же, через воду, вот. И все, я делал этот удар. Хотя там удар был метров, может, на 40, недалекий, вот. Ну, то есть ты... Кинул мячик, он закапывается. Надо подыграть обратно, назад. Вот. А, к сожалению, ума мне не хватило. Вот. Не, ну как бы, опять же, у меня такого не было никогда, чтобы не играть там 45 метров через воду мячик, который закопался. У меня такого не было никогда. Поэтому я, ну, был, можно сказать, уверен в том, что я ударю этот удар. Но оказалось, нет.